Пару Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова начали осуждать с самого начала отношений. Сначала поклонники были уверены, что Настя разбила семью Ольги Бузовой. А потом стали утверждать, что она слишком быстро родила одну дочку, затем вторую, а сейчас они ждут третьего малыша. Вот так у них двое детей и ждут третьего. А Ольга Бузова, наверное, кусает локти, что она развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. И тут говорится, мы любим друг друга, своих детей, уверяет Костенко подписчиков. Испытываем невероятное наслаждение от процесса ожидания рождения и воспитания, тем более пока есть силы, возможности и желания. Вот и весь секрет. Вот такая счастливая семья. Двое детей и будет еще и третий. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.